Так, всем здравствуйте, друзья. Поскольку кто-то этот эфир точно будет смотреть в записи, сразу же скажу, что он будет интересный. Он называется «Со мной». Так, нельзя. Я сейчас напишу его и закреплю для тех, кто только присоединяется. И подожду, пока вы включитесь. Так. Туду. Так, чудесно. Ага, не чудесно. Мы его не прикрепили, Олечка, мы его с тобой написали. Прикрепляем. Так, здравствуйте. Я, как всегда, буду начинать, а вы будете присоединяться и потом досматривать его по кругу. Сегодня, ну, во-первых, мы празднуем с попсиколой, как многие говорят, что за алкоголичка с вином. Сегодня алкоголичка с попсиколой празднует свое выздоровление. Проверим заодно, насколько я продержусь этот час в эфире. А я сегодня хочу поговорить на тему, которая называется «Со мной так нельзя». Вы знаете, поскольку, кто не знает, рефлексирую я всегда непосредственно в кадре, я никогда не готовлюсь к своим эфирам и считаю это, в общем-то, своей гениальной чертой, уж что там скромничать. Но в тот момент, когда я начала думать на эту тему, она так начала у меня рождаться, как и книжка, которую я пишу. Знаете, это очень интересно, когда вот эта вся рефлексия происходит, и вдруг пошли инсайты прямо у меня самой. Поэтому я сегодня рассчитываю на то, что у вас будет много инсайтов. Захватите-ка с собой ручку. И очень попрошу всех, кто этот эфир будет смотреть, обязательно оставить мне фидбэк. От того, оставите вы мне фидбэк в комментариях или нет, зависит вообще, в принципе, ли я его сохраню хотя бы на сутки, и имеет ли он место вообще быть и жить. Но обещаю, что будет интересно, впрочем, чего ж там скромничать, как всегда. Итак, что же это такая за тема «Со мной так нельзя»? Вы знаете, я поняла, что, ну, поскольку я вообще человек, который весь опыт первичный получает через себя, да, я не из тех, кто этот опыт приобретает в большинстве своем, да, в институтах, в университетах, значит, там и постигает психологию и истинные познания через теорию. Я абсолютный практик, наблюдатель, человек, который вообще живет этим всем, погружается во все и порой, как некоторые товарищи говорят, отношения ты тоже заводишь только для того, чтобы нас постигать, анализировать и исследовать. Ну, как мы понимаем, это, конечно, травмированные существа. Иногда так могут говорить. Я все-таки надеюсь, что люди вокруг меня классные, интересные, и наблюдать одно удовольствие и за собой, и за всеми остальными. И в какой-то момент я вдруг поняла, что все, что выстраивается вокруг меня, как-то так, знаете, типа из серии «Со мной можно по-всякому». Я поняла, что любые люди, любые отношения, все, что вот-вот строится, да, я как бы имею право, точнее так, я считаю, что люди имеют право быть такими, какие они есть. И это вообще как бы с этим и не поспоришь. Но я стала замечать такую интересную штуку. Кстати, если вам будет что-то резонировать, вы прям мне там пишите «О, и я, и у меня так, будет прикольно». Я стала замечать такую интересную штуку, что как бы все имеют право быть такими, какие они есть, а я почему-то пытаюсь пристроиться, значит, к каждому человеку с его жизненной позиции, понять его, и вдруг в какой-то момент понять, что я где-то лучше промолчу, где-то, значит, там мудрость, мудрая женщина. Вот про мудрую женщину я, конечно, наверное, когда-нибудь пятитомник напишу. Я, значит, такая замечаю, что я вот этой мудростью своей пристраиваюсь, да, типа, чтобы со мной было комфортно. Возможно, это желание понравиться, да, возможно, это желание показать, какая я, значит, многогранная, всепонимающая, всеобъемлющая, еще какая-то. И я начинаю понимать, что я, знаете, это как вот ты лежишь на своей кровати, давайте такой классный пример, моя собака как раз пришла, ты лежишь на своей кровати, и твоя собака такая пришла и легла. И ты, значит, там вместо того, чтобы сказать, эй, собака, там, давай куда-нибудь в бок, ты так раз и так как-то трансформировался, чтобы, значит, собачке не помешать. Ну, она что-то лежит, как бы, ну, ничего, типа, мы тут как-то вместе. Потом пришел твой ребенок лег, потом пришел второй твой ребенок лег, потом твой кот решил лечь, да, если и мужчина, еще и мужчина. И вот ты замечаешь, как, значит, ты на своей кровати, как бы, лежишь где-то там в ногах у собачки. Вот, и ты, типа, трансформировался, ну, это же твоя семья, там, типа, ничего такого. Такого в этом нету, но ты в ногах у собачки, и это факт. И это метафора,
Но я думаю, пожалуйста, поставьте кто-то там плюсик или какое-нибудь косолапое сердечко. Вот кто сейчас понимает, про что я говорю? Когда ты понимаешь, что ты вдруг в своей жизни оказываешься где-то в ногах у собачки, вот, объясняешь это тем, что, ну, типа, ну, да, ну, это же нормально, это же, значит, у нас же должны быть какие-то правильные там территории, мне-то несложно, я подстроюсь, да, и эти ситуации начинают повторяться в разных, проявляться, давайте так, проявляться в разных жизненных ипостасиях, да, когда, например, там, вы начинаете чувствовать, значит, как ваши дети говорят: мам, там, пойдем на выходные, значит, там, куда-нибудь там поиграем, а ты чувствуешь, что ты женщина, которая хочет, блядь, просто полежать, просто отдохнуть или пойти на свидание, или, не знаю, заняться сексом со своим мужем, мужчином, их папой, в зависимости от того, кто у вас там есть. У тебя, короче, какие-то другие потребности, но ты же мать, и тебе надо побыть с детьми, и ты не хочешь никуда отправляться, но ты отправляешься, вот, потому что у тебя есть некая роль. То же самое может касаться проявления вашего на работе, в бизнесе, с клиентами, да, клиент, отдельная история, да, который там пишет, звонит. Когда я занималась свадьбами, у меня было ощущение, что я вообще замужем за клиентами. Точнее так, я прохожу кастинг, на то возьмут ли меня замуж за клиента, потому что я подставляла все, простите, свои места промежности, вот, и как бы и разрешала им звонить мне в любое время суток, говорить со мной там о разных вещах. Ну, короче, я не могу сказать, что прям вот в контексте проекта я им все разрешала, но в контексте наших межличностных отношений я действительно позволяла им очень много, и как очень многие говорят: боже, что же сделать, клиент мне звонит круглосуточно, он мне там не дает то-то-то, ну, позволили, да, и вот, значит, ну, эту тему я не буду, да, там прям сильно разжевывать. То есть понятно, откуда родилась вот эта история «со мной так нельзя». И в какой-то момент я подумала, типа, блин, надо им сказать как-то, непонятно как, да, когда разбаловал, пойди собаке объясни, что теперь, например, с тобой нельзя спать на кровати. Собака говорит, типа, в смысле с тобой нельзя не спать на кровати? То есть в смысле я разрешаю тебе спать на моей кровати, говорит собака, ладно, типа, спи. И когда ты ее выпихиваешь, она говорит: ты что, охренела вообще? Я тут вообще всю жизнь сплю. Если тебе что-то не нравится, то пойди и найди себе другое место. Я буду спать на этой кровати, говорит собака. И изменить что-то очень сложно. И вот я, значит, начала на эту тему, ну, когда думать, и думаю уже, как это теперь все начинать в своей жизни исправлять, да, эти проявления, а рано или поздно происходит какая-то ситуация, когда ты такой, типа, начинаешь-ка об этом задумываться, я сегодня глубже покопаю и найду, покажу вам еще очень много интересных мест. Я поняла, что на самом деле все начинается не с этого, не с того, когда ты хочешь кому-то сказать, что с тобой так нельзя. А когда к тебе, в принципе, в голову зарождается мысль самой себе, в свою голову: бля, может, со мной так нельзя? Кому? Кому так со мной нельзя? Может, мне? Может быть, мне самой больше нельзя так разрешать с собой поступать? Потому что не я ли сама провоцирую в своей жизни вот эту историю про то, что я разрешаю другим людям со мной себя так вести? Я им сама подставляюсь, я им не то что разрешаю, я им сама говорю: пожалуйста, звоните когда угодно. Мужчине говорю: да не вопрос, не звонишь мне, там вообще не парься, дорогой, ну ты что, я же все понимаю, там подарки мне не даришь, да ну любимый, ну что ты, ну зачем мне вообще подарки, я же не меркантильная женщина, вообще мне ничего страшного не надо, вообще ничего не хочу, там, не знаю, секс у нас не такой, да вообще не парься, дорогой, ну что ты, ну как вообще все замечательно, да, и вот эта вот история про то, когда ты сама себе позволяешь вот эту вот какую-то вранье и фальшь, да, там, проекты, деньги я как-то не так зарабатываю, да нет, клиенты, да ну что вы, вот когда первая ложь, она всегда рождается в самом себе, понимаете? Вся первая история начинается в самих себе, когда мы начинаем рассказывать себе, что та жизнь, которая с нами происходит, это типа нормальная жизнь. Это типа нормально. Вы еще понимаете, о чем я говорю? Я вас очень прошу, благородные люди, пишите что-нибудь. Потому что только на моих эфирах, значит, люди слушают и не пишут. Наверное, потому что я сильно это болтлива.
И вот это самое ключевое. Вот вообще я хочу, чтобы вы понимали, что любое наше прозрение, любая наша... Спасибо большое. Любая наша какая-то эволюция человеческая, осознанность, да, и прочие уже построения жизни, своей мечты, начинается вообще с того, когда я смотрю на себя правдиво. Когда я пытаюсь посмотреть на себя правдиво и сказать: Оля, а хули ты себе врёшь? Нахрена ты сейчас себе врёшь, что тебе в этом окей? Нафига ты врёшь в то, что происходит, это нормально, и что для тебя это нормально? Что для тебя нормально, когда, например, твой мужчина не уделяет тебе внимания, не делает тебе комплиментов, когда то, что тебе в принципе по факту не окей, ты называешь окей. И вот это первое: со мной так нельзя, нужно сказать самому себе. Самому себе. Тебе так нормально, с тобой так можно. Это первое. Второе, это, безусловно, вот это проявление людей. Помните, я вначале сказала про то, что вокруг нас есть много людей, значит, там им, и по факту они могут быть, и они есть такими, как они есть. И мы должны с вами смириться с тем, что менять другого человека вообще очень дурацкая вещь, потому что начинать всегда нужно вообще с разборок самого себя. Но когда я начинаю лучше слушать и понимать себя, свои желания, как я хочу жить, сколько мне надо денег, какие я хочу отношения, там, когда я просто начинаю прислушиваться, не бояться это услышать, потому что, блядь, как жить потом с этим, да? Ну, как многие мне говорят, а как потом с этим жить, если посмотреть на свою жизнь правдиво, признать себе, что, бляха, дохрена всего вообще не так? Как потом с этим жить? Это ж потом надо что-то с этим делать, а это уже страшно, тяжело, да, брать ответственность. Ну его нахрен, оставим как есть, типа, футболочку надели, пузик прикрыли, что там, сиськи обвисли, пушап надели. У нас же сейчас это страна вранья, мир вранья, да, типа, все можно придумать, все сделать и окей. Я не говорю, что это вообще прям все сильно плохо, нет, есть какие-то вещи, которые реально выручают. Но если в глобальном масштабе говорить, особенно если это касается нашего ощущения, чувства, да, то чем больше мы врем, тем тяжелее в этом жить. Так вот, мы не можем поменять других людей. Ну что мы можем сделать? Типа поменять себя? Ну типа да, конечно, мы можем поменять себя, но ключевое, с чего важно начать, вот в этом «со мной так нельзя», это, безусловно, поддаться правдивому вопросу, как мне хочется, да, как мне вообще хочется, как со мной, не то, что можно или нельзя, а как бы мне вообще хотелось, чтобы это было. Все, да, потому что, может быть, меня по факту какие-то вещи и устраивают, которые мне не нравятся. Ну, вот вчера там написал человек, да, например, что я там, меня бесит, раздражает, что, когда мне врут. А я ответила, что порой... вот эта правда, знаете ли, она бывает очень, не то что неприятная, она бывает очень не в тему, не всякая правда в тему. Не везде нужно резать свою правду матку, потому что иногда это оставляет глобальные шрамы, и не везде эта честность глобальная нужна. И вот поэтому, когда человек правдивый, например, он говорит: ты что-то хуёво сегодня выглядишь. И ты такой, типа, что? Он говорит: ну правда, ты сегодня хуёво выглядишь. Ну вот у меня, например, мог мне так сказать мой бывший муж, но, может быть, не такими словами, но он мне говорил там: Оль, ну ты сегодня там что-то не очень выглядишь. Да, это он говорил: ну слушай, ты не обижайся. И вроде как бы ты не обижайся, но когда ты понимаешь, что это как бы мужчина, да, ну ты женщина, ну это не очень окей, не очень тебе приятно. Вот, поэтому правда — это такая штука, и ложь очень понятие относительное, и тут очень важно понимать, какие ты испытываешь человеку эмоции, в данном случае нужна ли так эта грёбаная правда, да, и кому от нее будет лучше по факту. Или когда, например, я обожаю вот эти истории, когда мужчина приходит к женщине и говорит ей: слушай, ты знаешь, пока тебя не было, я тебе изменил. Это было один раз. Она мне не нужна. Но я не хочу жить с этим грузом. То есть ты кусок долбоебища, выбачь ты, будь ласка, пришел исповедаться, да? Потому что у тебя был этот груз, ты там что-то себе наколупацал, неважно с кем, что и когда. Ты клянешься, божишься, что это там один раз и больше никогда не повторится. Ну, допустим.
предположим, хотя сильно в этом сомневаюсь, но окей. Нахрена ты мне... Интернет на этом пропал, вернулся. Еще раз. Нахрена ты мне об этом сейчас говоришь? У тебя такое искупление чувства вины? Проблемка, все, и Wi-Fi отключен. Нафига ты мне исповедуешься в своем говне? Живи с этим сам. Думай и шугайся каждый раз. А вдруг я об этом знаю? А кто-то вдруг мне об этом рассказал? Живи с этим. Ну, наслаждайся. Enjoy yourself. Нафига ты мне эту правду вываливаешь? Понимаете? Зачем? И потом, значит, рассказывай мне о том, что нет, это было 1 или 10 раз. Вот я вообще этого не понимаю. Ну, изменил. Не знаю, захотелось тебе потрахаться с кем-то, по пьяни, ну тихонечко, все, тихо, и живи себе там с этим дальше, и не надо мне об этом рассказывать, если ты, ну, попадешься, ну, будет тебе пипец, а ты 100% попадешься, если ты гулёна. Если ты это 1 раз сделал, ну, спокойно живи, нахера мне это говно вываливать? Вы согласны или нет, кстати? Вот скажите мне, пожалуйста. Мне вот интересно, ваша взрослая позиция. Тут же есть много взрослых людей, нам же уже там не 20, не 15, не 17, да? Уже мы тут взрослые люди. Ну, вот кто согласен? Мне очень интересно. Я, например, против вот этих откровений, кто кому изменял, что кто кому делал, и, ну, не надо. Точно так же, как рассказывать, например, про свои... прошлое отношение в новых отношениях, да, то есть вы уже там перетерли все истории, вы решили, что вы в отношениях, и вы начинаете друг другу вываливать про прошлое отношение, особенно, например, ты сидишь и говоришь ему после секса, блин, знаешь, мой тоже так клево, там что-то то делал, ты что вообще? Ну, то есть это про что? Окей, вы с этим согласны, прекрасно, значит, мы на одной волне. Погнали дальше. Что я дальше хочу сказать про вот это «со мной так нельзя»? Так вот, если, например, ваше чудо рядом вываливает вам какую-то подобную правду или еще что-то, я, например, всегда говорю: стоп, алло, ты сейчас мне с какой... Это не только про отношения, просто отношения – это очень красноречивый пример. С какой целью ты мне сейчас вот это говоришь? Для чего? Ты хочешь показать мне, что у тебя были отношения? Например. Или ты хочешь мне там, ну, если это конкретно меня касается, например, ты зачем мне сейчас это сказал? Ну, что у тебя, ты мне там изменил. Я, в принципе, вот, наверное, в сегодняшней своей позиции, сегодняшней, да, я сегодня там относительно свободная женщина, у меня нету мужа. Если бы сегодня мой парень пришел и сказал мне: ты знаешь, Оль, я хочу тебе исповедаться, я там вот изменил тебе, я бы его сказала: иди нахуй. И я вам скажу, может быть, даже не за то, что он мне изменил, а за то, что он сейчас начинает проверять, а можно ли так со мной. Первое, можно ли мне изменять и открыто, даже не напрягаться, это скрыть, а открыто прийти и говорить. Знаете, как это называем мы? Честностью. Честностью. Я же с тобой честный. Ты что, хочешь, чтобы я тебе врал? Конечно, я хочу, чтобы ты ебал всех направо и налево и приходил. Мне об этом рассказывал, дорогой. Естественно, я за открытые, честные, доверительные отношения в паре. Нахуй с пляжа. И тут со мной так нельзя по многим пунктам, но не играть... Ну, я не могу вам давать рекомендации, но я считаю, что в данной ситуации, например, играть историю осознанной взрослой женщины, которая понимает, что с каждым может случиться, иди нахуй. Пусть это случится с кем-то другим. Это первое. Это касается вообще всяких разных вещей, в моем, например, случае, и вам рекомендую, где я для себя честно задаю себе вопрос: а как мне в этом? Как мне сейчас в той ситуации, которая происходит? Например, я строю отношения с кем-то, каким-то там героем своего романа, и... Он, например, решает, это популярная тема, там, неважно, 14 февраля или 8 марта, ну что, бляха, это за даты такие, говорит он. Ну почему нельзя женщину любить каждый день и дарить ей цветы и подарки без повода, говорит он, который не подарил там, например, ни цветов, ни подарков без повода. Он говорит: я принципиально, у вас были такие девочки-мужчины? Я принципиально игнорирую этот праздник. Я принципиально не буду дарить вот эти цветы, подарки, шарики, меня это бесит. Я ему говорю: слушай, ты можешь принципиально не дарить ни цветы, ни подарки, ни шарики, ни какую-то другую херню кому-то другому, но сегодня ты просто окончательно разворачиваешься и валишь из моей жизни.
просто до свидания, в блог. Почему? Потому что со мной так нельзя. Потому что если ты хочешь дарить мне цветы и подарки в любой другой день, дари. Я буду очень рада и счастлива. Но не надо делать мне эти принципиальные заявления в тот день, когда чувства женщины и так раздражены этим бесконечным инстаграмом, этими мелькающими всеми вывесками, да, и прочими штуками. Но, мать твою, ты же не знаешь, сколько этих праздников в моей жизни было или не было, и, может быть, я всю жизнь, бляха, ждала, пока меня кто-то наконец-то на это 14 февраля поздравит. Может, меня никто никогда не поздравлял, потому что все были принципиальные. Ты будешь принцем в моих глазах, да? Ну вот, например. Или история, например, про то, что популярная, да, среди женщин, популярная. Например, ты знаешь, ты мне очень нравишься, но я вот не знаю, готов ли я сближаться, ну, не знаю. И пропадаем на неделю или на две. Ну, вот в моей юности этого было вот так. Я нажралась прям вот до замужества я этого еще наесться успела. Слава богу. Я в этот момент говорю следующее. То есть обычно как говорят? Может, проверяет тебя, может, хочет посмотреть, как ты себя будешь вести, верно или неверно. Может, еще прослушку поставил на телефон, может, еще в спальню мою камеру установил. Какие в жопу проверки? Если вы себя считаете взрослой, мудрой женщиной, у меня тут аудитория в основном 30+, 40+, и так далее, то простите, пожалуйста, если тебе хочется проверять, это, кстати, говорю, товарищи, если хочется проверять, заведи себе 20-летнюю девочку и играйся с ней в йо-йо. Проверяй ее, люби ее, проводи на ней все эксперименты. Но если ты хочешь не то чтобы строить отношения, это пугает очень мужчины, но в принципе общаться со зрелой, нормальной женщиной, которая знает себе цену, которая тебе нравится, потому что она же интересная, потому что она же вот что-то из себя представляет, то какого хера ты включаешь игры маленького мальчика? Или большого мальчика, или вообще эти грёбаные игры? С чего ты вдруг решил, что я буду с тобой в это играть? Есть миллион прекрасных игр, в которые мы можем поиграть. Гораздо интереснее. Я могу рассказать их правила, если сильно интересно. Но в таких ситуациях, если какие бы у вас ни были ситуации, непонятки, да, когда вы, например, с партнером, друзья, это касается работы, бизнеса, всего, просто не такие красочные примеры, как в личных отношениях. Если возникают непонятки, мы взрослые люди. Мы люди, в принципе, и у нас есть суперопция. Мы умеем разговаривать. Я не знаю, вот я часто сейчас... Тут очень много у меня умных разных подруг, я кучу всяких людей слушаю, и друзей у меня много. Я, например, вижу, да, глобальную проблему, что люди очень боятся разговаривать, например, про секс, оказывается. То есть я это прям увидела очень большой проблемой. Мы такие суперсовременные, у нас все, извините, сиси-писи, все у нас, все, вообще мы такие прогрессивные, у нас классные фотки, мы классно извиваемся, но поговорить про секс, ты что, попробуйте мужчине сказать, что вам что-то не нравится. Найти танец с бубном, там станцевать, как бы там подлезть, знаете, так, чтобы аккуратненько намекнуть, все, мужчина обыкновенный размазывается об стену, стекает по ней в ужасе, и все, он больше с вами не будет никогда разговаривать, потому что, бля, как так может быть? А если говорить про отношения, любые разговоры тоже далеко не в каждой системе координат и плоскостей у нас заведены. Поговорить и сказать о том, что, ты знаешь, в ситуации, когда он пропал на неделю, или когда он не подарил вам подарок, или когда там что-то произошло, мне, кстати, радует, что тут есть мужчины, это хорошо, вам полезно это слушать, и мы боимся об этом поговорить. То есть он исчез, например, и мы ждем, когда он появится. Не, мы вот так говорим, иди сюда, садись, сейчас мы будем разговаривать. Потому что если мужчины вы, например, не знаете, то женщины, мужчины же у вас какое полушарие развито? Левое, потому что вы налево любите смотреть. А вы такие практики. Женщины – это правое полушарие, это эмоции, чувства, понимаете? И не важно, что там, хочу я за тебя замуж после первого свидания или нет, в своих мозгах я могу туда сходить и уйти.
5 раз, поверьте. Это мое личное дело. Но женщина, да, она эмоциональна, она начинает проникаться, фантазировать, да, не о замужестве, просто мне хочется тобой пожить, может, мне наполнить тебя, мужик хочется, да? То есть у женщины это начинается, и мужчина в этот момент на неделю исчезает. Потом, как зайка, да, такой посидел где-то, я вернулся, а чё, ты ждёшь меня, да, и ты опять должна испытать это, да, жизненно важный оргазм, и опять, значит, и вот это начинается её ёкалка. Это вообще называется эмоциональный абьюз, если вы не в курсе, нынче популярное слово, но тем не менее, потому что женщина уже такая за неделю начала потихонечку потухать, успокаиваться, уже перестала дергаться на каждый, значит, телефон, и написал, не написал, посмотрел ее сторис, не посмотрел, там еще чего-нибудь, а тут типа раз и опять. Ну, кстати, говорят, что у мужчин на самом деле в этом плане у многих это на бессознательном уровне прошито. Такая штука, что даже, кстати, когда расстаются мужчины, ну, это, наверное, уже у кого-то другого поколения, я это не застала, они своих бывших, значит, ждут. Я, например, в этом плане, опять-таки, со мной так нельзя. Расстался, до свидания, заблочили, нехер на меня смотреть. Не надо мной подпитываться, не надо любоваться, не надо, мне вообще похер. До свидания, свободен. Все, закрыли эту историю. Так вот, когда вы начинаете чувствовать, что вы ждете, когда кто-то появится, или, например, ваш босс, он вам говорит, подниму зарплату, или поговорим про повышение карьеры потом. И, сука, не говорит ничего про это повышение карьеры. Вы ходите как лапочка, вы сильно стараетесь, вы делаете там все проекты, а он молчит. А он думает, ну давай еще постарайся вот этот проект протяни, ну давай сейчас еще посмотрим, сейчас еще пусть нормально еще поработает, потом зарплату заплачу и потом поговорим. Не берете, и тогда, когда вы чувствуете, что вам это нужно, вы говорите, а сейчас мы поговорим, а сейчас мы будем выяснять. Теперь, внимание, вопрос, а что ж так не делаем? Или когда начинаем так делать? Я, естественно, этот вопрос сначала задала себе. А что ж ты такая, Оля, умная всегда не была? Что ж тебе вот это должно было столько лет исполниться, чтобы ты, Ольчик, поумнела? Я поняла, что, безусловно, это все завязано. Завязано на нашей внутренней прокачке, уверенности, да, на вот этой нашей внутренней силе. Ибо пока ты сам себя не прокачал, пока ты не готов к любому ответу. Потому что очень важно понимать, что затевая любой разговор, если другая сторона чувствует, что что бы она, блядь, вам, извините, не сказала, все равно вы будете у нее на крючке, это, друзья, онанизм, причем какой-то очень жесткий такой, знаете, бесконечный, безрезультатный. То есть вас постоянно будут иметь. Затевая любой разговор, он имеет шансы на успех и 100% будет успешным с любым исходом для вас, тогда, когда вы готовы к любому результату. И это, кстати, было моим огромнейшим открытием. В начале эфира, помните, я вам говорила о том, что я вначале, что мы очень часто включаем вот эту вот удобность, да, подстраивание, и называем это красивым словом мудрость. Мудрость. Значит, мудрость, я тут подстроюсь, тут промолчу, тут еще что-то. И за счет этого мы создаем себе в жизни, ну, скажем так, если мы что-то делаем, постоянно подстраиваясь, а на самом деле нам это не нравится, то в какой-то момент мы себе делаем такую серьезную мозоль. Понимаете сейчас, о чем я говорю? То есть мы постоянно подстраиваемся, промолчались, сдержались, еще что-то, и в какой-то момент у нас появляется такая вот, ну, мы понимаем, что это такое наше больное место, потому что мы сделали себе очень и очень плохо. И вот одним из самых больших откровений в моей жизни стал период, когда я начала понимать, что, скорее всего, исход будет херовым, но я больше не могу подстраиваться. То есть я хочу делать то, что я хочу. И я понимаю, что результат будет херовым. Я не знаю, готова ли я нести за него ответственность, но у меня, в принципе, нет выбора. Потому что если я это скажу,
то уже все, да, как говорится, слово не воробей, вылетит не поймаешь. То есть я понимаю, что уже все. И думаю, ну, буду учиться по ходу. Знаете, есть люди, которые как бы сначала ждут, что они будут готовы. Я поняла, что я, скорее всего, никогда не буду готова, поэтому буду разбираться по схеме. И знаете, что стало моим самым большим... Вы сейчас слушаете меня или нет? Поставьте мне что-нибудь. Прошу вас обратную связь, вы ни в какую. Люди есть, обратной связи нет. И вот, так, вижу потихоньку. И вот я вдруг, представьте себе, спасибо, представьте себе, что вы, например, вы хотели всегда учительница своей, например, это тоже живой опыт, хотели ей сказать, блин, что она говнюха, потому что она там что-то сделала. Вот вы всегда хотели об этом сказать, что нельзя так с детьми говорить. Вот нельзя, нельзя, нельзя. И вы об этом говорите. Вы знаете, Тамара Петровна, вы говнюха. И вы точно ожидаете, что Тамара Петровна сейчас скажет, все, там родители в школу, там или там, неважно. И вдруг Тамара Петровна говорит: Олечка, прости, пожалуйста, да, я знаю, что я говнюха, а больше так не буду. Там, только не переходи в другой класс. Вы там себя щипаете, а вы не спите. И вот у меня в жизни стало происходить именно так в 99% случаев. Вы вообще можете представить? И не только, кстати, у меня. Это опыт еще и моих подруг. Вы можете себе представить, что вы всю жизнь... не знаю, там, не едите булочки, боитесь поправиться на 3 килограмма, потому что вы там считаете, что ваш муж не будет вас любить, а когда вы съедаете булочки и поправляетесь, он говорит: Господи, наконец-то, наконец-то ты стала такой, какой я о тебе всегда мечтал. Я тебя такую тоже любил, но я мечтал об этом. Ну вот приблизительно такой эффект. И это было для меня настолько вау, когда я стала проявляться и говорить, не бояться, как со мной нельзя, как я не хочу. Причем я не говорила человеку какому-то там, что ты должен там сделать иначе. Я говорила, я так не согласна. Я в это, ну это моя фраза, я в это играть не буду. Я отсюда выхожу. Потому что единственный способ выйти, ну, как бы прекратить какую-то игру, а вы знаете, что мы играем, там у нас есть треугольники Карпмана и так далее, мы все время играем, мы манипулируем друг друга, мы подстраиваемся, сегодня мы жертвы, завтра мы абьюзим кого-то, потом мы, ага, ну ладно, сейчас я промолчу, зато потом я ему сделаю это, а вот сейчас я вот тут, а потом вот тут, а я сейчас не уволюсь с работы, но я им сейчас напакощу, я у них базу клиентов стащу, то есть мы все время играем. Но игра имеет такую очень интересную опцию, она забирает много энергии. И если эта энергия, ну, вам не нужно ее на что-то другое, ну, например, в отношениях, мне нужна энергия, чтобы построить классные отношения в удовольствии. Ну, это вот мой план сейчас жизненный. Я хочу отношения в удовольствии. Я не хочу замуж, я не хочу рожать детей. Глобального плана нет. Как оно там будет, фиг знает. Я хочу отношения в удовольствии. Я не ищу себе мужчину, который будет меня содержать. Не ищу себе мужчину, который купит мне дом. Нет, я хочу, вот, чтобы мне было классно. Вот чтобы я, знаете, такая каждый день смотрела и думала, блядь, ну как классно. Вот я хочу этого, например. Я хочу энергию тратить на это, на вот это классно, думать, а что еще классного нам сделать? А не на то, чтобы, значит, сейчас я тут это промолчу, тут, значит, я подсмотрю его телефон, тут я ему отвечу, ага, он сюда, я пойду на другое свидание. И вот и ты в этом живешь, ты увлекаешься какой-то придуманной игрой. Мы все время чем-то увлекаемся, мы все время играем в игры, но есть игры, которые мы строим во благо себе, то есть нам кайфово в этом. Как здоровому человеку, очень хочется быть здоровым, потому что у нас с этим большие проблемы. А есть отношения, которые мы строим, вот эти, знаете, как зэки с бешеными глазками такие, которые просто сходят с ума в этом мире, да, и ты думаешь, та бляха, вообще война, мы все умрем, можно и сходить с ума. То есть тут важно, конечно, заниматься своим ментальным здоровьем. Боже, я начинаю за здравие, заканчиваю, иду далеко. Но суть такая, что единственный способ перестать эту энергию сливать в какую-то дыру,
это выйти из игры. Выйти из игры – это себе сказать. Я не хочу продолжать в этом всем вариться. Я, что я хочу? Вот, например, вот в работе, да, я там что-то все время пытаюсь. А какую работу я вообще хочу? Чем я хочу заниматься? Что, от чего я кайфую? И прийти к тому же своему начальнику, например, и сказать ему или к своим подчиненным, и сказать: слушайте, начальник, я мечтаю, вот, чтобы мы делали это, и я хочу это делать, я готов этим заниматься, я хочу это развивать, у меня есть на это, я не хочу играть в ваши козни, игры. Я, например, у меня была такая работа, когда мой начальник сталкивал нас между собой, устраивал нам, знаете, игры кальмара, такие между собойчики, да, на раскрытие, у нас такой был тимбилдинг, знаете, на раскрытие, остаться в живых, команда называлась, кто кого съест. Много названий можно придумать. Вот я в это играть не хочу. Я пришла на эту работу для того, чтобы развиваться через ваш проект, да, для того, чтобы стать частью этого проекта, для того, чтобы реализовать свои таланты. Если вы хотите кого-то с кем-то посталкивать, мне вообще в этом не цикаво. И то же самое касается отношений. Отношения для меня сейчас очень актуальная, интересная тема, и она всегда была для меня интересна, потому что это построение отношений между людьми, тем более мужчинами и женщинами, что вообще может быть захватывающее более. И сейчас, когда, безусловно, есть много разного личного опыта, это очень интересно. И я вот понимаю, что выдыхаться в играх, где мы пытаемся понять, вот я, например, пытаюсь понять, о чем он думает. Я думаю, ну, может быть, он это думает? А может быть, он это думает? А может быть, я делаю очень просто. Я говорю: слушай, мне надо с тобой поговорить и узнать, о чем ты думаешь. Если я вижу, например, что человек закрыт, не хочет об этом говорить, я говорю: слушай, ты имеешь на это право, и не собираюсь из тебя ничего вытягивать, мне в этом некомфортно, да, со мной так нельзя, я себе так с собой не разрешаю, ты ведешь себя, как ведешь, но я, прости, я так не этот, я из этого выхожу. И это может человека спровоцировать на разговор, когда он придет и скажет: слушай, прости, да, я понимаю, там все такое. Удивительно то, что пока вы, ну вы эту фразу слышали, но теперь вдумайте в свой смысл, что пока вы не начинаете уважать себя действием, не словами, извините, не пиздежом, я себя уважаю, а действиями, вас никто другой уважать не будет, ни ваш босс, ни ваша подруга, ни ваша мама, тем более ни ваш партнер. Это касается и мужчин, и женщин. Когда вы говорите: прости, я не готова в этом всем вариться, я не готова в этом всем разбираться. Или такая популярная история, сейчас вот психологи смотрю, там дают советы, когда мужчина говорит: я еще там не определился, да, вот, ну послушайте, ну не определился, иди определяйся. Иди определяйся, это твоя жизнь, это твоя история, иди где-то там определяйся. Я проживаю свою жизнь, я не знаю, сколько у меня ее впереди, я не буду сидеть на берегу и ждать, в чем ты там будешь определяться. Не нужно второго человека во всю эту историю втравливать. А у нас женщины годами сидят и ждут, пока кто-то определится. Но в большей мере я все-таки хочу нас вернуть к тому, что когда мы находимся в любых отношениях, в плохом внутреннем состоянии, выглядим не так, как хотим, самое время себе сказать: а зачем я это с собой делаю? А можно ли мне так самой собой поступать? Потому что вот почему, например, говорят, когда женщина красивая, ухоженная, реализованная, да, да, там мужик побаивается, но тут опять-таки давайте не забывать, что мужчины есть абсолютно разные, как и женщины, но такая женщина ценится, да, и женщины на нее по-другому смотрят, потому что эта женщина относится к себе с уважением, понимаете? Реализованный человек, мужчина или женщина, реализованный внешне, реализованный, может быть, что-то из этого быть, тут вопрос ценностей и приоритетов, по-разному бывает, это человек, который относится к себе с уважением, понимаете? И, соответственно, другие также относятся к нему, потому что, ну, так это все устроено, понимаете? Так это все устроено. И поэтому, когда вы сидите и паритесь над тем, почему другие люди что-то по отношению к вам делают не так, лучше спросите себя: а что я так позволяю сама себе с собой делать?
Почему я позволяю себе, например, не иметь ресурса зарабатывать свои деньги? А зарабатывать свои деньги – это значит реализовывать свои таланты. Почему я сама с собой так себя веду? Я вот, знаете, сейчас с подружками там разными общаюсь, много у меня девочек в окружении, и, например, девочка говорит мне там, ну что ты там, с кем-то там познакомилась, ты там, например, говоришь, да, а что подарил? Ты говоришь там, в смысле, ну что подарил? Ну ты знаешь, что мужчина, он должен инвестировать в женщину, чем больше он инвестирует, тем больше он ее ценит. И ты понимаешь, что это уже какая-то история совершенно, ну, понимаете, какая, вообще другая движуха, абсолютно другая. И я говорю, слушай, ну, ты знаешь, я как бы не смотрела сейчас на ситуацию с этой стороны, потому что, ну, я и женщина немножко другая, по-другому. Это не значит, что мне не надо ничего дарить, но это точно не значит, что я начинаю отношения с мужчиной с мыслью о том, что он мне подарит, да, типа, или не подарит, потому что это несколько про другое. Если я так буду начинать отношения, то и он как-то будет смотреть, я не знаю, там, а что я ему сделаю, да, и у нас начинаются какие-то товарно-денежные отношения, которые имеют место быть, но, наверное, не в моей модели мира, по крайней мере, уже не сейчас. Поэтому очень важно осознавать, что если вы хотите, кого вы хотите в свою жизнь привлекать, какую работу, каких клиентов, и какой вы при этом должны быть сами, как вы будете сами к себе относиться. И только когда вы начинаете уважать себя, почему у нас вот, например, когда мы разговариваем про работу, про клиентов, особенно те, кто работают с частными клиентами, когда я рассказываю свои там истории свадеб, да, у меня был богатый опыт личной работы с такими достаточно интересными людьми, очень многие люди узнают себя и говорят, боже, у меня так было, у меня так было, и смеются, потому что сейчас уже так не делают, потому что у тебя происходит к себе уважение, то есть у тебя оно возникает в процессе, со временем, с пониманием, с опытом, оно у тебя начинает возникать, ну, потому что раньше нас так не учили размышлять, да? О, приветик, котик. Вот, и у нас это начинает возникать с опытом, мы говорим, не-не-не-не-не-не, спасибо большое, так уже точно не будет, не-не-не-не-не-не, уже появляется это уважение к себе, и что самое интересное, пропадают те люди, которые хотят вести себя так, как, например, вел себя кто-то раньше. Вы заметили такую штуку, что когда вы меняетесь, у вас не просто вы говорите, что вы будете себя по-другому вести, а у вас исчезает надобность себя так вести, потому что у вас теперь нету таких людей, которые себя так ведут. То есть они просто как будто бы куда-то исчезают. Но на самом деле у вас просто меняется клиент. Иногда я, например, на своих там тренингах чувствую, что я, знаете, как-то мне неловко становится, потому что когда люди знакомятся и рассказывают там про себя и про меня, про наше знакомство, они начинают говорить, боже, вот я встретилась с Олей, и Оля там такая. И так один человек говорит, второй человек, третий человек. И ты сидишь, как будто бы ты собрал этих всех людей, знаешь, тебе дал им денег, чтобы они тебя все, значит, там похвалили. И думаешь, ну неужели сейчас хоть кто-то не скажет что-то такого? Но это происходит уже именно потому, что ты растешь. Бывают там истории, когда человек говорит, ой, Оля мне жутко раньше не нравилась, жутко бесила, жутко раздражала, а потом понравилась. Вот, то есть это момент нашего развития. И, например, всегда смешно, когда человек какой-то приходит и начинает вас критиковать, а вы страдаете по этому поводу. Вот, ну подумайте сами, вот какого уровня критикуют люди, ну не просто критикуют, а обижают, да, оскорбляют. Какого уровня эти люди, как они относятся сами к себе, если они позволяют приходить и не ответкой даже отвечать, да, там резко на место поставил, когда вы там его ногой пнули, а просто на вас приходить, писать и какать, выбачьте, будь ласка. Попробуйте в те моменты, когда и в тех ситуациях, может быть, они у вас точно уже есть и точно возникнут, когда произойдет что-то такое, что вам очень захочется внутренне сказать «нет», а вы не привыкли этого говорить, ну, вы опять будете подстраиваться, такие, как бы это сказать поудобнее, ну, вы понимаете, просто сказать человеку, знаете, со мной так нельзя, со мной нельзя говорить таким тоном, со мной нельзя, дорогой, вот так меня игнорировать, например, со мной нельзя так.
И это не означает пощечину, это означает некий знак, после которого начинается наш диалог. Давай об этом поговорим. Давай это разберем. Вы вообще себе не представляете, насколько классно продвигаются, вы же хочете українською, будь-які відносини, коли ви починаєте говорити один з одним. З вашими колегами, з вашими партнерами, з вашими коханими, з вашими дітьми. Ну, кстати, касаемо детей. Вот, я сейчас проживаю этот прекрасный период жизни с подростком, с 12-летним. И это, конечно, очень стрёмная история. Стрёмная почему? У меня прекрасная дочь, тьфу-тьфу-тьфу, с которой у нас прекрасные дружеские отношения. Но она имеет то, что имеет женщина, в принципе, в ПМСе. Да? Знает что? Она не понимает, когда ее штырит, колбасит, она еще не может с собой совладать, она еще не может привести себя к сознательному знаменателю для того, чтобы разложить, что с ней происходит. И как она это все выплескивает? Эмоциями. Чаще всего или слезами, или пинками сестре. И слезами сестры. И это, конечно, история и задачка ай-яй-яй. Я, конечно, знаю все истории своих подруг, где дети просто кроют их вот так вот, хлопают там дверями у них перед носом, и вообще я даже не хочу знать и слышать, что они делают, потому что это просто кошмар. Но, тем не менее, что нужно сделать? И что я могу сделать в данной ситуации? Только начать разговаривать. Единственный мост между тем, чтобы мы так сделали, нам надо поговорить. Я ей говорю, дорогая моя доченька, со мной так нельзя. Нельзя, чтобы я видела самого любимого человека в своей жизни, родного и дорогого, которого я, между прочим, еще и воспроизвела. Я видела его в слезах, растерянности и не знала, как ему помочь. Но ты, когда плачешь, ты мне хоть табличку ставь, например. Меня колбасит, не знаю, почему плачет. Обними меня, я тебя обниму. Или я говорю, в чем причина? Мальчика влюбилась, в школе что-то не то не нравится. Я разберусь, я помогу тебе со всем этим разобраться. Но мне важно, чтобы мы разговаривали. Потому что если мы не разговариваем, я вообще не понимаю, что происходит, и я страдаю. Почему ты считаешь, что со мной так можно? Кидать меня в страдания? Или я себя ощущаю херовой мамой? Херовой мамой. Теперь скажи, пожалуйста, есть ли у меня основания действительно считать себя херовой мамой? Если я херовая мама, скажи мне, мам, ты херовая, и давай об этом поговорим. Давай разберем всю историю, и я попытаюсь опять-таки понять и что-то сделать. Ну, потому что для тебя я готова в чем-то исправляться. Наверное, дети это единственные, да, которые там могут сказать, мам, там, типа, не гони. Я, в принципе, выстраивала себя ради детей. Я себя выстраивала, когда я думала, самое главное быть такой мамой, которую они не стесняются, с которой они могут обо всем поговорить и которую они могут показать подружкам. Я, в принципе, ради этого худая, ради этого за собой слежу, не ради мужчин, ради своих детей. И ради того, чтобы они знали, что у них прекрасные гены и вообще, ну, как бы, жили припеваючи. Вот это очень важный момент. Но, любимые мои друзья, если вы думаете, еще раз, что разговаривать нужно только с оточуючими вас людьми, то ні. Починати потрібно з себе. І лише розмова з самим собою, вона приведе вас до чогось путнього. Як це розмовляти з самим собою? Дуже просто. У вас є два голоси. Голоси, голоси, голоси. Есть я и есть я. Я себя спрашиваю, что ты сейчас делаешь? Я сейчас провожу прямой эфир. Тебе прикольно? Я себя хорошо чувствую. Что бы тебе хотелось сделать? Лечь на эту кровать и лежать? Нет, спасибо, я уже поболела. Клянусь вам, вот такие разговоры в моей голове, а очень часто вслух, происходят каждый день. Когда я иногда путаюсь, когда я иногда по какую-то ситуацию, заикайся, давай, Ольчик, молодец, когда я какую-то ситуацию прокручиваю, у вас же у всех бывают вот эти диалоги, я ему скажу, а он мне скажет, неважно с кем, а я, а он, а мне, а туда, а сюда, и тогда я начинаю проговаривать. Или, например, я всегда стараюсь проговорить любую эмоцию, когда я чувствую, например, мне неприятно,
Я говорю, почему тебе сейчас неприятно? Потому что мне вот это. А ты считаешь, что это нормально? И поверьте, иногда вам не понадобится никто другой, когда вы это проговорите с самим собой. У меня есть моя любимая психологиня Яна. И у нас с ней прекрасная работа. Она выглядит где-то так, значит, не Яна, а работа. Я записываю голосовые сообщения, так, вы знаете, если прокручивать, то вот такая простынь. И в конце там потом она записывает два сообщения. Первое, типа, слушаю. Второе, типа, прикольно, ты молодец. Третье, обожаю твою рефлексию. Это по 3 секунды, у меня там по 10 минут каждая. И потом еще какой-нибудь там мне подсвечивает какую-то историю. И я понимаю, иногда я начинаю сообщение со слов, Ян, ты можешь типа это не слушать, я просто поговорю. И я могу сказать, что это самая лучшая рефлексия, которая может быть. Но, безусловно, вам нужна для этого тренировочка и кое-какие знания и наработки, понимание того, как устроены вы, понимание ценностей, понимание возможностей бесконечных ресурсов вашего мозга, понимание того, каким образом на вашу жизнь влияют ваши мысли и практика. Это очень важные штуки. Когда эти навыки присутствуют, в принципе, развив их, вы можете уже дальше обучаться, прокачиваться, подкачиваться больше ради удовольствия и тонуса, нежели ради того, чтобы получать какие-то супер новые знания. Но это огромная ценность. Поэтому я вас призываю периодически подпитывать свой мозг и возвращать его в правильное направление. Со мной, не со мной, важно одно. Если вас качает, вставляет человек, он вас заряжает, однозначно идете к нему. Не вставляет, не качает, как в отношениях, знаете. Не надо влюбляться в того, в кого, кто не очень. Найдите того, в кого втюритесь. Вот если у вас есть такое состояние, о, я типа посмотрел Ермилову, хочу к ней, вперед, у нас будет с вами классный контакт. А если типа, блин, я не знаю, вы еще не готовы, созреете, влюбляйтесь, потом придете. Рано или поздно все равно доберетесь, это я вам точно говорю, если вы тем более долго меня смотрите. Но не надо идти вот это, знаете, на полумеры. Не, я хочу, чтобы вы пришли мокренькие, готовенькие, и у нас с вами відбулося кохання як потрібно. Значит, несколько сейчас делаю анонсов, если, до речи, что вас ожидает. Значит, начну с дальнего. 20-21 апреля живой интенсив в Киеве, 2 дня, называется самоидентификация, скоро будет информация и будут открыты продажи. Это из такого, что прям вот живенько и прям можно будет меня потрогать. Я вас, кстати, тоже буду трогать. Дальше. Завтра у нас стартует 3-дневный курс «Взлом реальности». Как будто бы маленький, но на самом деле не очень. 3 дня интенсива с такими интересными инсайтами, вскрытием того, кто вы, куда идете, чего хотите и как к этому прийти. Стоит всего $10, но очень эффективный и классный. 1 числа у нас стартует новый поток марафона «Рерайтер жизни». Это марафон, где мы пишем книгу о жизни своей мечты. Класснючий марафон, а тоже у меня есть ссылочка в шапке профиля, вы можете зайти обо всех, об этих программах, почитать. Тоже очень крутая штука, очень рекомендую вам попасть. И сейчас такой маленький анонсик, пока мысли, но кто напишет, посмотрим, что-то сделаю. Сейчас есть мысль сделать закрытый телеграм-канал для девочек, хлопчики, выбачьте, для девочек на закрытую женскую тематику. Есть очень много тем, о которых мы можем поговорить, но я не готова говорить о них превселюдно, потому что есть много людей, которым не надо это слушать. Поэтому нет. Для тех, кому это интересно, просто напишите слово, давайте, девочка, напишите мне, кто будет где этот эфир смотреть, напишите мне в директ девочка, и я дам вам инфошку насчет этого проекта. Да, пока только-только он у меня зародился в голове, но уже столько пошло информации с разных сторон, такое, знаете, что я поняла, что надо начинать. Вот, собственно, все, что я вам хотела рассказать. Так или иначе, я вас очень попрошу сделать небольшую оплату в виде комментария под этим видео, когда я его опубликую, написав просто свой фидбэк. Пожалуйста. Помните, что энергия благодарности очень мощная. Я всегда говорю своим клиентам, что если вы хотите, чтобы ваши клиенты вас благодарили, давали вам обратную связь,
делайте то же самое. Я в себе тоже это прокачиваю, как бы мне иногда не было лень или там я забыла. Будьте благодарными, если для вас это ценно. Все, спасибо всем огромное. Я поехала забирать своих детей. Вроде бы я час практически выдержала, значит, я все-таки здорова. Так что вы тоже помогли мне выздороветь. Кстати, 2 дня у меня была официально гриппа А. Вот так вот, скорость выздоровления. Все, обнимаю, целую и буду вас рада видеть на всех своих программах.